Це програма «Ранок на Алтаві». Сьогодні 22 серпня, вівторок. Не втомлюємося радувати вас приємними зустрічами, хорошим та інформативним спілкуванням. А зараз до нашої студії завітав черговий гість. Це Віталій Заєць, бізнес-тренер, приватний підприємець. Я думаю, що чимало тем ми сьогодні обговоримо з паном Віталієм. Доброго ранку. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что пригласили в вашу прекрасную студию. Очень рад быть в Полтаве. Рад быть на этой прекрасной земле. Более того, это моя родина. Так что это вдвойне приятно. Оскільки вже ви заговорили про вашу батьківщину, хотілося б дізнатися про вас детальніше. Ви взагалі звідки? Як прийшли до того, що почали займатися приватним підприємництвом, наскільки я розумію? Та й взагалі, чим займаєтесь зараз? Хочу сказать, что сам я с Полтавской области, Чутовский район, село Войновка. Там закончил школу, потом поступил в Харьков, город Харьков. Там обучался в Национальном университете внутренних дел. Закончил его, у меня образование юридическое. Но как-то вот волей судьбы я столкнулся с предпринимательством. Понял, что на голом активизме в наше время далеко не заедешь, поэтому начал заниматься бизнесом. И как-то вот судьба сама меня вывела на то, что это мое, этим я могу заниматься постоянно. Это меня вдохновляет. И вот я здесь, у вас в студии. Секрет раскрыть, все ж таки, в какой сфере бизнеса вы зараз задеяны, чем занимаетесь? Смотрите, у меня несколько направлений. Я такой, много руки, много ног. Та компания, которая работает на территории города Харькова, это компания, которая занимается благоустройством территорий. Это то, что как бы мы делаем и приносит мне основной доход. Но у меня есть бизнес для себя, и не могу сказать, что он приносит колоссальные деньги, но это то, чем я готов заниматься всю жизнь. Это бизнес-тренерство, это наставничество, это консультирование предпринимателей по теме их личного развития, по теме развития их бизнеса. Вот это то, что мне нравится, то, чем я живу, и думаю, что в этом направлении стоит двигаться дальше. Тобто за той час, який ви вже в бізнесі, ви вже набули стільки знань, що готові, в принципі, ділитися з ними, ви це і робите успішно, так? Я хочу сказати, що для бізнес-тренера, то не тот человек, который только имеет опыт, но он должен иметь огромное желание обучаться дальше. То есть это постоянный процесс, на котором нужно акцентировать свое внимание, постоянно обучаться. И в процессе обучения ты обучаешь других. То есть это как бы такая палка в двух концах, і всі ці кінці дуже хороші. Щодо навчання, все ж таки, ми знаємо, що в Полтаві зовсім скоро, порівняно скоро, так відбудеться лекція, семінар. Розкажіть про тему цієї лекції і що можна буде там почути? Да, действительно, это так. 21 сентября будет у нас бизнес-семінар, который носит такое противоречивое. А у многих оно даже не укладывается в голове, это название, это «Клиент всегда не прав». Эта тема пришла мне не случайно, она выплакана, она выстрадана, потому что я сам в своем бизнесе сталкивался с теми проблемами, что многие клиенты вели себя не так, как мне хотелось. И потом я понял, что с этим можно бороться, что нужно в своем бизнесе, в своем деле создавать такие условия, чтобы клиент к вам приходил сам. Чтобы клиентов было много, потому что, как вы сами понимаете, я думаю, когда не с чего выбрать, когда мы сталкиваемся с тем, что клиентов очень мало, мы что делаем? Многие понижают цены, многие начинают переживать, что особенно важно, потому что для предпринимателя, я считаю, очень важным является сохранять вот это внутреннее спокойствие. Потому что 80% нашего успеха зависит не от того, какой там планшет у нас на столе лежит или какой телефон у нас в кармане, а от того, насколько устойчивое у нас психологическое состояние, насколько мы готовы с вами двигаться вперед и насколько мы правильно выставляем свои цели и идем к ним. То есть вот это, вот внутреннего состояния, а не от того, как работает тот или иной прибор, интернет, Инстаграм,
Фейсбук і прочее. Тобто психологічний спокій – це перший крок до успішного так підприємництва? Чи все ж таки могли б ви якось тезисно зазначити, що найосновніше, яким багажем навичок, знань, властивостей повинна володіти людина взагалі? Людина повинна володіти. Для предпринимателя очень важным является, первое, это все-таки желание. Желание добиваться, желание там, зарабатывать, желание выставлять себе цель, идти к этой цели. Второе, это знать, как делать. То есть знать, как это делать. Третье, знать, что делать. И четвертое, это взять и сделать. То есть, в принципе, все просто. Все довольно-таки просто, и у многих, знаете, вот есть разные стереотипы складываются, что для того, чтобы заниматься бизнесом, очень нужно много денег, нужно много связей, меня приедут, закроют. То есть у каждого из тех предпринимателей, я в основном работаю с предпринимателями, у которых есть уже бизнес, но есть, которые приходят, которые такие еще зелененькие, они не занимались предпринимательством, и у них, у всех одни и те же страхи. Я хочу развеять эти страхи. Особых проблем нет. Главная проблема, которая есть у наших людей, это неумение стартовать, неумение делать шаг вперед, боязнь чего-то нового. Знаете, как я всегда говорю своим ученикам, синицу вы уже поймали, выбросьте ее, может попробовать поймать журавля. Тобто необхідно все ж таки брати вищу планку, вищу мету і далі вже якось поступово досягати її. А нужно брать цели, как минимум брать реальные цели, выставлять ежедневно, писать себе план. Если у вас есть план, ну, даже мы буквально 3 дня назад вернулись из путешествия, были в Николаевской области, сплавлялись на байдарках, и когда мы туда ехали, у нас был план. То есть у нас была карта, у нас был GPS-навигатор, по которому мы двигались. Если бы не было этого плана, если бы не было конечной точки, куда мы хотим доехать, то мы бы и не приехали туда, и не прекрасно так не отдохнули бы. Понимаете, о чем я? Поэтому нужен план, та точка, которой мы движемся с вами. Все ж таки хотілося б продовжити ще трішечки ту тезу «Клієнт завжди не правий». Ось таке гасло, дійсно, це тема лекції майбутні. Якщо дійсно ми розвиваємо бізнес, якщо ми займаємось бізнесом і є якісь невдоволення з боку клієнтів, звісно, ви сказали про те, що необхідно створити такі умови, щоб клієнт був завжди задоволений, але все ж таки, якщо стаються такі ситуації, оце гасло «Клієнт завжди не правий», це як іронія все ж таки, чи яким чином ви могли б це пояснити? Это скорее ирония. Мы не говорим на этом семинаре о том, что нужно как-то ругаться с клиентом, или нужно как-то его не уважать, или плохо обслуживать. Просто нужно, предприниматель должен понять, что вы должны выстраивать в своем бизнесе отношения таким образом, чтобы у вас было много клиентов, чтобы клиент к вам приходил, чтобы весь ваш бизнес, весь ваш вид, ваш бренд был создан таким образом, чтобы клиент хотел у вас купить. То есть он сам вас искал, вот даже на эту передачу вы меня сами пригласили. Вот. Поэтому вот нужно создавать таким образом свой бренд, чтобы у людей, у ваших клиентов возникало желание с вами работать. То есть вот таким вот образом мы работаем, об этом мы рассказываем на семинарах на наших. Поэтому приходите, места осталось очень мало. На вашу думку, яка сфера підприємництва, яка сфера бізнесу зараз є найбільш популярною? От якщо, наприклад, є бажання, про це ми вже говорили, є певні можливості, але людина поки що не визначилася, в якій сфері вона планує розвиватися. От що, куди зараз найуспішніше можна вкласти гроші, щоб це було реально? В биткоины. Это жар, это шутка, я никого ни к чему не призываю, но об этом говорят многие сейчас, это такая модная, очень, очень модная тема. Но на самом деле первое, что бы я советовал тем, кто будет заниматься бизнесом, это выбирать ту тему, которая нравится. Потому что на том, что не нравится, далеко не уедешь. Даже у предпринимателей бывает такое, которые занимаются долго бизнесом, даже им это нравилось, и то многие не выдерживают, постоянно в поиске, постоянно добавляют какие-то ниши, новые услуги. То есть в таком постоянном движении. Но если человек берется за дело, которое ему не нравится, то будет сложно развивать. А бизнес свой нужно, не могу сказать, что надо прям его любить, обожать, спать с ним всю
всю жизнь. Это не так. Бизнес, это всего лишь инструмент для зарабатывания денег, который дает вам определенную свободу в процессе. Но если вы не любите это дело, которым вы занимаетесь, то вам будет очень сложно и вряд ли получится заработать много денег. Хотя вы, может быть, их заработаете, но принесут ли вам то удовольствие и то щастя, о котором все говорят? Зараз приватним підприємцям взагалі дуже важко, мені здається, навіть якщо людина любить ту справу, якою займається, якщо вона хоче розвиватися, але все ж таки певні умови зовнішні, можливо, якісь там державні закони і так далі, вони впливають. Що б ви могли порадити підприємцям, які вже, наприклад, чогось досягли, так довго займаються або там якусь кількість часу займаються бізнесом, як залишитися хоча б на тому рівні, який був до того, і якби не втратити надію на те, що бізнес буде розвиватись? Оставатися на тому ж рівні я не советую, тому що те, кто остается на том же уровне, это не совсем хорошая история. Нужно все-таки развиваться. Для того, чтобы развиваться сейчас, нужно не забывать и обращать внимание на те прекрасные инструменты, которые дают нам великие мировые компании, такие как Google и другие. Uh-huh. Вот. Есть куча, масса инструментов, интернет-инструментов, которые необходимо использовать. Я каждый раз об этом говорю на семинарах, но каждый раз я вижу людей, те, которые приходят, которые уже бывали на моих занятиях, и те, которые новые, и у всех я спрашиваю, а есть ли у вас сайт? А занимаетесь ли вы настройкой рекламы? А настроена ли у вас реклама в Facebook? А работаете ли вы с Инстаграмом? Процентов 80-90 аудитории поднимают руки, что у них этого нет. То есть есть куда развиваться, есть инструменты, даже те, которые уже используют определенные инструменты, и то у них есть что достраивать и что донастраивать. Поэтому обратите внимание на интернет, потому что если на это не обращать внимания, будут очень печальные моменты потом. Угу. Хотілося б ще поговорити трішечки про вас. Віталію, вже говорили про те, що займаєтесь бізнесом, який вам подобається, скажімо так, це бізнес-тренінги. Можливо, є якісь більш глобальні цілі, про які ми говорили, що ви ставите собі там якусь велику, високу планку. Що на майбутнє плануєте? Чи з чим би ви хотіли, от якщо брати так довгострокові плани глобальні, пов'язати далі своє життя? Ви знаєте, я дуже долго об этом думал и понял для себя, что для меня важным остается для меня лично заниматься любимым делом, но в глобальном плане и в глобальном смысле это все-таки сделать что-то настолько хорошее, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Есть большие планы на создание и развитие, на дальнейшее развитие нашего бизнес-клуба предпринимателей. Есть цели, и мы продолжаем сейчас заниматься активно благотворительностью и постоянно что-то, ну, больше в своем городе, в городе Харькове делаем небольшие, но все-таки шаги, которые помогают тем людям, которым это нужно. То есть это такие цели, а так объединить вокруг себя предпринимателей, объединить единой целью, в некотором смысле, может быть, даже защитить, потому что я юрист по образованию, я понимаю, что такое защита, и порой предприниматели могут сталкиваться с разными факторами, негативными факторами. Вот. Объединить, и со временем, я думаю, что мы придем к тому, что слово предпринимателя, голос предпринимателя – это одна из наиболее активных частей нашего населения, их голос должен быть услышан, поэтому есть определенные цели, и я думаю, мы их со временем добьемся и совместными усилиями даже будем решать какие-то вопросы, которые связаны будут с нашим даже законодательством. То есть вот такие вот, немножко завуалированно, не хочу раскрывать до конца все свои планы, но они есть. Вот.
Але якби мета зрозуміла, вона досить хороша і дуже хочеться, аби все виходило, тому що підтримувати приватне підприємництво, підтримувати розвиток бізнесу – це є дуже важливим для нашої країни, як на мене, особливо зараз. Віталій Заєць, бізнес-тренер, приватний підприємець, сьогодні був в гостях нашої студії. Щиро дякуємо, бажаємо успішного тренінгу, лекції. Нагадаємо, 21 вересня відбудеться в нашому місті. Детальну інформацію можете знайти у соціальних мережах. Ще раз дякуємо. Бажаємо хорошого дня. Большое вам спасибо, вам всего хорошего.